Меня зовут Павел Кудюкин, я профсоюзный активист, член Совета Общероссийского объединения профсоюзов Конфедерации труда России. И с Сергеем Митрохиным я знаком, страшно сказать, уже больше 30 лет, как бы сотрудничая с ним в его общественно-политической деятельности, либо наблюдая ее. И я могу сказать, что Сергей за эти вот 3 с лишним десятилетия показал, что он человек принципиальный, неподкупный, который занимается интересами и правами москвичей, их защитой, независимо от того, есть у него мандат депутата Госдумы, либо Мосгордумы, а он был и тем, и другим, либо просто рядовой политический активист и лидер партии. Он всегда занимался этим благородным делом, и понятно, что он и будет им заниматься, но если он получит вашу поддержку и, соответственно, мандат депутата Московской городской думы, он сможет делать это гораздо эффективнее в ваших интересах. Так что именно исходя из ваших собственных интересов, я призываю голосовать за Сергея Сергеевича Митрохина.